Александр Невский, прежде всего, как по земным меркам, был великий князь, был собиратель русских земель, и практически он стоял у основания русского государства. Святый благоверный князь Александр Невский собирал русские земли и был он и темель, на коме основана русская держава. И времена его были, наверное, не более легкие, чем сейчас есть тоже. И время, у кое он живел, не было ничто лакше от овог времена, у коме мы живем. И я благодарю руководство нашего града Санкт-Петербурга, благодарю за то, что они с любовью отозвались на наш призыв. И вот сегодня результат наших совместных трудов государства и церкви мы видим перед собой. Изражавам благодарность градоначальнику и всем людьми, которые участвовали в сорадни нашей церкви и нашей державы, jer evo danas ovde možemo videti i veliki rezultat naše saradnje. Святейший патриарх дважды повторил слова, которые есть на памятнике: не в силе Бога, в правде. И это так, это верно, это предание сохранило нам слова святого благоверного князя. И заиста у своей беседы Негова Светость, патриарх Сербский господин Порфирие поновио е два пут речи, кое су уклесане и овде на споменик, и кое по светом преданию изговорио благоверни князь Александр Невский, а то е да Бог не у снази, него е Бог у истини.